Вениамин Кондратьев с Сергеем Мироновым обсудили работу партийцев в регионе. Это более 150 муниципальных депутатов в городах и районах края. У каждой партии есть свои способы достижения целей. Но цели, я сказал бы, у всех одинаковы. То есть это благосостояние граждан, развитие экономики страны и все, что сопутствует просто нормальному процветанию, конечно, государства. В политике должен быть человек. Человек с его проблемами, с его реальной жизнью. И нельзя людей делить на группы или там на какие-то слои. Человек – это основное и самое главное богатство нашей страны – люди, как и в нашем крае. Я вам уже рассказывал и о создании Центров защиты прав граждан, инициатива, которая согласована с президентом Российской Федерации. И, как я уже сказал, я дал поручение, чтобы вот ежеквартально вам на стол ложилась самая подробная справка о работе Центра защиты прав граждан в Краснодаре. Вениамин Кондратьев и Сергей Миронов также говорили о грядущих выборах в законодательное собрание Краснодарского края, которые пройдут в сентябре.